Боюсь, у тебя дурные вести. Что-то не так, это точно. Что случилось с Элероном? Когда я увидела скорбное выражение твоего лица, я поняла, что с ним что-то случилось. А что с этим мерзавцем, Курданом? Тогда смерть Элерона отмщена. Я говорила ему, глупцу, что игра не доведет до добра, но он не слушал. Прежде чем ты уйдешь, я хочу вручить тебе эту вещь. Элерон сказал мне, что если он когда-нибудь попадет в беду, это поможет вызволить его из тюрьмы. Он... Ему она больше не понадобится. И я хочу, чтобы она досталась тебе. Я не приму отказа. Я знаю, что тобой было предпринято все возможное. И за это я благодарна тебе. А теперь, пожалуйста, иди с миром. Я хочу остаться одна. Салют. Наси, твоя скромная слуга и скромная слуга девяти. Я предлагаю обучение искусству рукопашного боя. Еще увидимся. Привет. Да? Как дела? Что интересного? Недавно мне повстречалась пара грязевых крабов. Противные создания. Я стараюсь избегать этих тварей. Жуткие. Береги себя. Прощай. Какая встреча! Здравствуй. Какая встреча? Как дела? Что интересного? Как я понимаю, поклонение Дейдра? Для меня радость говорить с тобой. Прощай. Похоже, остров Сомерсет стал значительно более опасным местом, чем раньше. До свидания. Доброе утро. Сахар и песок, друг.
Пусть под ногами твоими всегда будут теплые пески. Привет. Ты, похоже, проныра. Знакомство с тобой — большая радость для меня. Как дела? Я Тадрос Ахиллас, кузнец гильдии бойцов Бравила и учитель-оружейник. Взгляни на мои товары. Наверняка тебя что-нибудь заинтересует. Я многое могу показать тебе. Если я не могу что-то починить... Иди поохоться. Надеюсь, я смогу помочь. Чем я могу... Еще увидимся. Для меня рад. У меня лучше. Превосходный. Это ч... Я не могу согласиться на такую цену. Расскажи. И... Приветствую. Возможно, тебя заинтересует. Я уважаю. Иди, займись делом. Я слушаю. Здесь ты найдешь только качественный этап.
Я уважаю твой бизнес. Удачного тебе дня. Здесь ты всегда можешь рассчитывать на честную сделку. Я Ниловен. Что я могу сделать для тебя? Чем я могу заинтересовать тебя? Я не могу согласиться на это. Тебе повезло, Тебе стоит подумать. Это хорошая сделка. Тебе повезло, Превосход. Я уважаю. Пока. Какая чудесная встреча. Добро пожаловать. Как поживаешь? Салют. Привет бретонцам! Как ты сегодня? Отлично, спасибо. Хорошие новости из Квача. Последние Дейдра были изгнаны оттуда. Полагаешь? Мне опять повстречался один дозор. Пожалуйста, присоединяйся ко мне. Каждый раз, когда я... Для меня радость говорить с тобой. У меня лучшие товары и самые низкие цены...
Это больше, чем я плачу. Это больше, чем я... Я уважаю твой бизнес. Удачного тебе дня. Ворон в Аморе в последнее время выглядит очень уныло. Похоже, у него что-то не ладится с Ордалин. Интересно. Еще увидимся. Говори, пока песок еще теплый. Дронара, я управляющая графа Бравила. Прошу извинить меня, не могу остановиться поболтать. Голова занята совсем другим. Береги себя. Как поживаешь? Для меня радость говорить с тобой. Здесь ты найдешь только качественные товары. Спасибо. Надеюсь, я смогу помочь. Оглянись вокруг. Нет.
Тебе повезло совершить выгодную сделку. Заходи еще. Пока. Мои дети голодают. Пожалуйста, помоги. Парадокс лучника. Идеальная стрела должна лететь вечно, а это невозможно. Я Денлин, и у меня нет идеальных стрел. Давай займемся делом. Это неприемлемо. Спасибо. Еще увидимся. Thank you.
Парадокс лу... Оглянись вокруг. Думаю... Превосходная сделка. Еще один. Я слушаю. Доспехи. Береги себя. Привет. Оглянись. Ты ведь понимаешь, что такая есть. Пока. Я слушаю. Возможно...
Это больше, чем я плачу обычно. До свидания. Добрый день. Взгляни на мою... Заходи еще. И тебе всего наилучшего. Что ты хочешь? Оглянись вокруг. Ты не найдешь лучших цен во всем Тамриэле. Взгляни на мои товары. Наверняка тебя что-нибудь заинтересует. Береги себя. Как поживаешь?
Я слушаю. Возможно, тебя заинтересуют мои превосходные товары.